Друзья, об этой истории сообщил нам источник из шоу-бизнеса. На данный момент, дорогие зрители, эта информация только начинает распространяться в сети интернет. Уже сегодня после обеда об этом расскажут по телевидению. Сегодня рано утром вместо съемочной площадки в больницу попала всем известная российская актриса театра и кино Лариса Шахворостова. Сейчас она находится в больнице с серьезной травмой ноги. Как оказалось, она получила травму, когда поскользнулась прямо в подъезде собственного дома рано утром, когда спешила на съемочную площадку. На данный момент больше информации нету, мы будем держать вас в курсе всех событий, друзья. Пообщаемся с медиками и возьмем у них интервью. Завтра утром сообщим вам подробности этой трагедии.